Если бы не тоска по семье, я был бы совершенно счастлив здесь. Как-то раз Лев Толстой написал Афанасию Фету. И как вы думаете, о какой местности шла речь? Конечно же, о Самарской земле. Здесь Максим Горький познакомился с будущей супругой, а Марина Цветаева с железнодорожного вокзала посылала открытки сестре в Коктебель. «Самара литературная» под таким названием МТС открывает цифровую выставку в Струковском саду. На стендах под открытым небом самые невымышленные факты о 29 литераторах, так или иначе связанных с Самарской губернией. Самара не только своей природой, там Волгой, интересно, а еще и тем, что в Самаре жили, творили, проезжали мимо или какое-то время находились достаточно большое количество известных людей. Каждая сторона каждого стенда посвящена конкретному писателю. Можно прочитать об этом писателе, а с помощью QR-кода скачать книги этого писателя. Один клик и серия произведений автора благодаря сервису МТС-библиотека на вашем смартфоне. Познавательно, уже замечают жители и гости Самары. Замечательные, конечно, такие фотографии старинные. И вообще это, конечно, очень интересно. Можно даже никуда не ходить, можно просто здесь пройтись, почитать. И уже представление будет о Самаре. Литературная выставка проработает до 15 августа. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.